В эфире авторская программа Алексея Прокопова «Любимые мелодии». Сегодня мы расскажем о интересном композиторе, музыканте, певце из российского города Ульяновска. Это Игорь Пушкарев, один из немногих эстрадных исполнителей собственных композиций, который на личном примере показал, что популярность в народе можно приобрести и без стремления к мировой революции, как это сделал его незаурядный земляк. Песни Игоря Пушкарева повсеместно звучали на дискотеках Советского Союза и домашних магнитофонах. Их простой и душевный мотив легко запоминался слушателям. И хотя Пушкарев не входил в число именитых композиторов и певцов, его фамилию знали многие, особенно из представителей молодого поколения. Поэтому он всегда был желанным гостем на различных молодежных мероприятиях не только в родном городе, но и за его пределами. Игорь Пушкарев зарекомендовал себя как отличный продюсер и аранжировщик. Секрет его успеха был прост. Он старался выразить свой талант с учетом того времени, которое переживал вместе с подрастающим поколением. Одним словом, был их современником, и как музыкант, и как композитор. И при всем этом еще нужно было угодить цензуре, пристально наблюдавшей за каждым новым исполнителем. В нашей передаче прозвучат некоторые композиции из репертуара Игоря Пушкарева. И первая из них под названием «Я так хотел». Thank you.
Творческий путь Игоря Пушкарева начался в 7 классе со школьного ансамбля. Уже тогда он хорошо освоил игру на соло-гитаре, за что и был замечен старшеклассниками и приглашен играть композиции английской рок-группы Deep Purple. Затем музыкальная карьера продолжилась в Ульяновском молодежном ансамбле «Парус», который занимал первое место на всевозможных творческих конкурсах. Впоследствии музыкально одаренного юношу заметили участники самой популярной ульяновской группы «Горожане» и пригласили в свои ряды. В этом коллективе Игорь Пушкарев уже проявил себя не только как гитарист, но и выдающийся музыкант клавишных инструментов, а также впервые попробовал себя в качестве солиста. Однако при всех достижениях еще не было самого главного. Это то, о чем мечтает всякий талантливый человек – исполнение песен собственного сочинения. Такая мысль одновременно притягивает и пугает. А вдруг не получится по какой-то причине, не зависящей от самого себя? И тогда будет горько и обидно вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь. Но Игорь с терпением ожидал своего звездного часа и, преодолев все сомнения, решил не предавать свою мечту. Следующая композиция прозвучит в нашей передаче. Она называется «Не уходи». Поет Игорь Пушкарев. Дождь за открытым окном. В этот вечер мы с тобой вдвоем. Я так долго ждал тебя, я хочу быть с тобой. Бояться не надо, побудь со мной. Бояться не надо, побудь со мной. Изменить ничего нельзя. Ты уйдешь, я буду ждать тебя. Ночь, луна, мы рядом. Это просто сон такой. Бояться не надо, побудь со мной. Бояться не надо, побудь со мной. Не уходи, не уходи. Не уходи, побудь со мной. Не уходи, не уходи. Не уходи, побудь со мной. Не уходи,
1986 года начинается новый временной период творчества музыканта. Игорь Пушкарев начинает работать в Москве с популярной эстрадной певицей Ларисой Долиной. Он делает для ее песен клавишные аранжировки. Так, с его участием были записаны очень известные композиции «Льдинка» и «Половинка моя». 2 года плотного сотрудничества с Долиной намного увеличили возможности Игоря для личного музыкального творчества, что привело также к знакомству с другими звездами советской эстрады. С 1988 по 1989 годы Пушкарев работает с бывшим участником группы «Круг» Игорем Сарухановым, где участвует в аранжировках многих его песен, включая самую известную из них «Дорогие мои старики», после чего вместе с Галиной Романовой входит в состав группы X9, а также участвует в совместных гастролях с такими исполнителями, как Евгений Белоусов и Азиза. Затем следует сотрудничество с группой «Ласковый май». Он пишет музыку для известной песни «Белые розы, белой зимой» на стихи Аллы Гольцевой, закрывавшей одноименное шоу-ревю, которое группа давала в Москве под Новый год. Также «Ласковый май» исполняет песню Игоря Пушкарева «Телефонный роман» на стихи поэта Сергея Алиханова. В передачу «Любимые мелодии» прозвучит песня в исполнении Игоря Пушкарева, которая называется «Позвони мне». Столько важных слов, только не молчи.
Поработав с популярными исполнителями, Игорь Пушкарев приобретает большой музыкальный опыт аранжировщика и решает создать свой проект, основанный только на собственных песнях. Этим проектом становится группа «Дон Жуан». В ее состав вошли Игорь Пушкарев, вокал, гитара, клавишные инструменты, Андрей Богданович, бас-гитара, Игорь Аникеев, клавишные инструменты. Группа «Дон Жуан» отправляется на гастроли в разные города и приобретает своих первых многочисленных поклонников. Песни Игоря Пушкарева «Позвони мне», «Телефонный роман» и «Фея синий глаз» становятся шлягерами жанра диско-перестройки. В итоге выходят два магнитофонных альбома под названием «Я знаю это время» и «Позвони». Группа «Дон Жуан» являлась самым известным музыкальным проектом Игоря Пушкарева. В нем воплотилась мечта и многолетний труд его автора. Коллектив получил большую известность и любовь слушателей в разных точках большой страны, в которых побывал на протяжении 6 лет своей творческой деятельности. Нашу программу продолжит песня «Удивительная ночь» в исполнении Игоря Пушкарева. Распустился цветок. Ничего не знал о тебе такой. Ты изменилась. Удивительная ночь. Другая совсем.
1994 года Игорь Пушкарев начинает работать сольно и практически полностью меняет музыкальный стиль. Его новым творческим направлением становится популярный в то время еврорегги. Пушкарев осваивает новые инструменты, прекрасно владеет не только гитарой и клавишными инструментами, но еще и саксофоном. Летом 1997 года композиция Игоря Пушкарева «Удивительная ночь», записанная в стиле регги, занимает первое место сезона на радиостанции «Европа плюс» и других московских радиостанциях. В 1998-2000 годах Игорь Пушкарев является гостем фестиваля регги, проводимый в клубе «Телеграф» в Лондоне. Специально для участницы проекта «Фабрики звезд 4» Евгении Волконской он написал песню «Грустные глаза», которая была исполнена певицей на отчетном концерте «Фабрики звезд». Стоит отметить, что композиция «Грустные глаза» была отобрана для Волконской среди других 500 песен, написанных специально для нее. В настоящее время Игорь Пушкарев принимает активное участие в музыкальной жизни страны, занимается новыми творческими проектами, записью композиций в стиле регги, а также сочиняет треки в более танцевальном клубном варианте. Мы завершаем передачу песней в исполнении Игоря Пушкарева под названием «Ты мой огонь» и прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Дождаться встречи с тобой, я думаю.